Слото Кінг. Ліга королів чекає на тебе. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. 17 січня, середа, традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Почнемо з того, що, пане Романе, на 17 січня 20 шахедів запустили росіяни, також запустили ракети С-300, є руйнування в Одесі, там 130 людей відселяють, і також є серйозні руйнування в Харкові, тому що окупанти запустили дві ракети С-300 безпосередньо по місту. Так, да, 19 шахедов було уничтожено, один пройшов і, як завжди, неудачно називається для нас. Тобто попав в жилий сектор і постраждали люди. По Одесі, ну і С-300 ми вже два роки вже об этом говоримо. По Харкову ніяк ми їх не нащупаємо, ніяк повністю не перекроємо. Но нашими средствами поражения, которые у нас есть, очень сложно, мы тогда не достаем. Там до Белгорода где-то километров 80, то есть на излете даже был бы «Хаймерс». Но хотя если бы «Хаймерса» нам разрешили использовать М-31, пусковых установок, ракеты М-31, они бы достали, как раз на излете достали бы этот аэродром. Но вот россияне С-300, она больше 100 километров идет, они продолжают уничтожать инфраструктуру и убивать харьковчан. Я думаю, может быть, какие-то поблажки нам наши партнеры все-таки дадут по поводу того, чтобы хотя бы работать по Белгородскому аэропорту, для того, чтобы можно было їх вооружением отработать по этим СТИСТам. Пане Романе, от є оперативна інформація від головного управління розвідки, що наші партизани знову діють на території Росії і, власне, залізницю вони знову зачепили. Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Йдеться про міста Саратов, Ярославль та Дзержинськ Ніжньогородської області. Бачимо, що партизани чи противники руху Путіна працюють. Росія перебрасує, ну, під 90% грузів железної дороги, воєнних грузів. А, звісно, вони йдуть зі всієї території Росії, 10 тисяч кілометрів з заходу на восток, тому уничтожение железнодорожных путей сообщения, именно военной логистики, это очень важно для нас. Причем здесь два варианта есть. Первый – это уничтожать электронику, а вот эти релейные шахты, которые управляют движением, они останавливают движение, и пока не отремонтируют, то долго стоят. Ну и второй вопрос, который надо решать нашим союзникам национальных кластеров российских, это уничтожение тепловозов и электровозов. Их несколько сотен таких серьезных штук всего лишь, по большому счету их, если можно это сделать, конечно, тогда весь парк железнодорожный российский выйдет из строя быстро, они их не заменят, быстро их не восстановят. А вот уничтожить их как раз примерно так же, то есть так же, как и релійний шах. Пане Романе, також в Білгороді було неспокійно. Їхня тамтешня адміністрація каже, що в півдругої ночі почалася атака на місто, летіли безпілотники, і каже їхній губернатор, що також використовували ВСУ, РСЗО «Вампайр». Да, это чешские вампиры, они есть у нас на вооружении, они давно стоят, чехи неплохо сделали. То есть они в свое время еще при Советском Союзе скопипастили себе на базу Татры Град БМ-21. Это 40 труб, пакет 40 ракет, которые чехи усовершенствовали этот град у них на машине, на Татре, четырехосная машина, она может нести и саму установку град, и еще и перезаряжающую машину. А им не надо час-полтора тратить на перезаряжание ракет, они сразу могут перезаряжаться. То есть это чешское вооружение, оно очень хорошо себя показывает на поле боя.
И мы точно им пользуемся. Просто дальность полета ракеты, ну, 20 километров, она не достанет до аэродрома. До аэродрома Белгородского она просто не достает. То есть, если накрываем это, какие-то приграничные части российские, которые как-то могут Харькову или Харькову или Харьковской области угрожать. Ну, не более того. Машина хорошая, но дальность, конечно, мала. Пане Романе, і по лінії бойового зіткнення пройдемося, тому що вчора ми з вами не деталізували. Що відомо, Інститут вивчення війни, та й ми це, і ви кожного разу проговорюєте, ситуація навколо Кринок на лівому березі. Що відомо на даний момент? Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що росіяни несуть величезні втрати, причому несуть втрати серед морської піхоти, не останніх військ в Росії, і також очікують на серйозну атаку Збройних сил України. Вони дуже і дуже на цьому напрямку тривожні, тому що 75 кілометрів до Криму – найкоротша відстань. Так і є. Ну, я би не сказав, що там не останні морська піхота. Діло в тому, що основні сили, професіональні сили російської армії були уничтожені в 22-му році. В течение 22-го года после широкомасштабного наступления они в основном как раз в нем и использовали профи, причем, как это называется, микроскопом гвозди забивать. Морская пехота легла в городских боях, в поле, и сейчас то, что у россиян есть, это просто достаточное количество, большое количество личного состава, одетого в форму морской пехоты. Там, конечно, до морских пехотинцев далеко. Еще как-то пыталась в конце 22-го, начале 23-го года российская морская пехота 155-я, там 40-я бригады Владивостока пытались наступать в Угледаре. Вот там, это там последний лег, последний морской пехотинец, профессионал, который мог что-то выполнять, какие-то серьезные действия. Но сейчас россияне просто в одежде морской пехоты используют достаточно большое количество рекрутов, которых у них немало. Там стоят очереди каждый день по тысяче россиян становятся в строй российской армии. Вот это все. Все это российское стадо, одетое в разные виды амуниции, оно пытается наступать. Это направление, именно это направление в районе Крынок, в районе, особенно в районе Олешек, для россиян очень опасно. Из Крынок мы можем двигаться в сторону Армянска напрямую. С Олешек можем двигаться и на Скадовск. Для россиян это опасно, именно на Скадовск движение, это морской порт, где они разгружают большое количество военной амуниции. Именно разгружают, а дальше перебрасывают в сторону Олешек. То есть эти два направления россияне просчитывают с военной точки зрения. Это легко просчитать из Олешек на Скадовск, из Крынок в сторону Армянска. И будут в ближайшее время пытаться как-то обезопасить эти два направления. Закопаться у них там не получится, все-таки вода до сих пор близко стоит к грунту, вернее, к поверхности, еще до сих пор не сошла полностью. Температура воздуха не дает возможности технику использовать, серьезную тяжелую технику. Но и подойти к нашим гарнизонам уже не дают наши батареи по правому берегу. То есть прикрывают наш гарнизон, там есть определенные механизмы прикрытия, плюс достаточное количество беспилотников. На этом направлении наши пилоты выполняют задачу по прикрытию наших войск еще с помощью беспилотников на дальних подступах. 8-12 километров мы по радиусу прикрываем наши эти плацдармы, два, по крайней мере, сейчас. Будут ложить людей. Одеваться им некуда, они все равно будут, пока мы уже не начнем форсирование Днепра, пока не будут созданы оперативные плацдармы, россияне будут наши вот эти малые тактические пытаться сбросить в воду. Пане Романе, і по іншому, не менш складному напрямку, це Авдіївський плацдарм, схід, що каже британська розвідка. Про втрати техніки і особового складу ми з вами регулярно згадуємо,
От розвідники Британії акцентують, що всі намагання, всі потуги росіян на цьому напрямку, починаючи з середини, з початку жовтня фактично, не дають їм ніяких оперативних перспектив. Тобто тактичного характеру просування можуть бути якісь, але на перспективу це абсолютно нічого для них не дає. Это было понятно и в октябре, когда россияне начали движение в районе Авдеевки. Дело в том, что правильно, грамотно выстроена система обороны, когда каждый гарнизон друг друга поддерживает, причем такой змейкой отстроенные гарнизоны, а сразу и первая, и вторая линия обороны удерживается, то есть такой тандем поддержки. Это было понятно и в октябре. Я больше скажу, это было понятно и в 2014-2015 году, как тогда, когда эта система вообще-то отстраивалась. Потому как, помните, октябрь месяц, все пропальщики начали бежать, алармировать по поводу оставления Авдеевки. Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, ну и так далее и тому подобное. Мы с вами об этом говорили. Где эти все пропальщики? Пропали сами, а Авдеевка стояла, стоит и стоять будет в этом смысле. Она удерживается рядом с стоящими гарнизонами, тоже неоднократно с вами говорили. И Очеретинским он хорошо держит, это высота Очеретина на высоте, но она еще высота... еще удобнее, чем сама Авдеевская. Плюс Карловский гарнизон, который не дает россиянам с юга окружить Авдеев. Потому эти два гарнизона будут удерживать Авдеевку ровно столько, сколько будет нужно, и ровно столько, сколько у нас будет силы средств. Особенно средства. Сейчас очень важно достаточное количество боеприпасов под Авдеевку, потому что россияне двигаются, будут двигаться. Сейчас подойдут морозы на третью декаду января, естественно, россияне выведут технику, там где-то около танкового полка сейчас рассредоточено под сотню танков в готовности. Мы их видим, прекрасно знаем, где и как будут двигаться, тоже готовимся их встретить. Потому достаточное количество боеприпасов. Создадут там еще одну братскую могилу только для российских террористов, которые пытаются двигаться на Авдеевку. Я думаю, какие-то потуги нашего военно-политического руководства дадут возможность все-таки откроют механизмы поставки боеприпасов, и они пойдут, ну, по крайней мере, основная часть пойдет как раз под Авдеевку. І щодо допомоги Україні, після того, як Київ відвідав Ріші Сунак про свої наміри в наступному місяці завітати до столиці України, в інтерв'ю оголосив президент Франції Еммануель Макрон, і пане Романе заявив, що окрім авіабомб, також фактично привезе з собою рішення передати Україні 40 ракет «Скелп». Ну, раз почали об этом говорить, в будущем времени, значить, где-то ракети «Скелп», вони вже у нас. Ну, так принято. Сначала поставить, а потом реально уже говорить, раз идет такой анонс, по крайней мере, захода и подтверждения. Это они в этот день и не могут работать уже, или где-то рядом, когда будет. То, что сейчас страны Европы, пока Америка разбирается со своими мексиканскими крокодилами, страны Европы нас поддерживают, это понятно, это большое спасибо. Они, кстати, некоторые не обязаны это делать, они просто это делают только из-за того, что мы соседи и живем на одном континенте в Европе. И потому здесь, так сказать, двойная благодарность, это как минимум. Это одно дело, это Соединенные Штаты, они обязаны нам помогать по Будапештскому меморандуму или, по крайней мере, заявить о невозможности такого рода действий и о том, что они не могут выполнять эти обязанности. Но пока обязаны, и вот у них проблемы эти внутренние никак не решаются. Думаю, в ближайшее время должны решить все-таки уже. Байден неоднократно начинает перетрахивать этот конгресс по поводу решения вопроса по выделению нам военной помощи. Но пока американцы разбираются, Европа помогает. Помогает Германия, помогает Великобритания. Риши Сунак был с прекрасным визитом. Естественно, Макрон, Франция, Испания, Италия.
страны скандинавского направления, то есть Европа вся помогает, не говоря уже о ближних наших восточноевропейских странах, которые практически полностью запустили все свое военное производство под наши потребности. Пане Романе, ви згадали про Німеччину. Німеччина оголосила, що хоче зробити перевірку, інвентаризацію допомоги Україні. Багато зрадників почали казати, що, мовляв, розкрадається в Україні, тому й перевіряють. Насправді, пояснили в нас в парламенті Олександра Устінова, що Німеччина... Чому вона робить цю перевірку? Тому що багато країн Європи, які обіцяли передати Україні те чи інше озброєння, не виконують своїх обіцянок. І от Німеччина, як локомотив і лідер допомоги Україні, понад 17 мільярдів доларів вже прийшло від них допомоги, хоче от побачити і показати, а хто ж говорить і не робить. Тому що, от нагадаю, є проблеми з 155-м калібром. Європа обіцяла мільйон снарядів, продали менше третин. Дело в том, что такого рода поддержка страны Европы, она все-таки управляется с одного центра. В основном это Германия. Идет определенное финансирование, рефинансирование внутри Евросоюза, иногда за счет... И учитывается, естественно, финансы, которые выделяются за счет вот этих поставок. Естественно, немцы, они же каждый пенис считают, вернее, каждый евро считают. А раз так, значит, будут добиваться, по крайней мере, вот этих финансовых обязательств. Раз взяли, раз получили какие-то финансы из общего стола, с общего корыта, так сказать, европейского, то должны выполнить задачу. Тем более год прошел. Такой финансовый мониторинг, минимум финансовый мониторинг, ну а максимум, естественно, поставки, именно уже сами поставки, и в том числе боеприпасов, то, что нам сейчас очень надо по той же Авдеевке, вот если связь провести эту линию. Потому спасибо немцам еще и за это. Все-таки немецкая в этом смысле педантичность, она для нас создает такую положительную информационную, как минимум, подушку, ну а как максимум мы получим достаточное количество боеприпасов, те, которые были не обещаны, но не поставлены Европой. Мы о них слышали, там около миллиона боеприпасов должны были поставить 155-го калибра. Перенесли сроки, я так понимаю, что Германия сейчас эти сроки просто пытается подогнать, пока американцы чухаются с принятием решения по передаче нам военной помощи. Пане Романе, от наступна інформація щодо допомоги, я якось надто емоційно її сприйняв. Я вам процитую, а ви оціните, чи про таке взагалі варто в голос говорити. Міноборони Нідерландів повідомило наступне. Перші два з 14 обіцяних «Леопардів-2» від Данії і Нідерландів вже готові для відправки в Україну. Ну, это хорошо. Дело в том, что у них этот пакет, ну, вернее, пакет, общий пакет они будут готовить. Танки довольно-таки сложная и дорогостоящая игрушка, в кавычках, конечно, и очень важная на поле боя, потому подготовка танка она занимает довольно-таки серьезное время, и здесь ничего страшного нет, то есть даже несколько танков они однозначно помогут, а то, что два танка будет заходить, они как минимум одно какое-то из направлений усилят. Сейчас тяжелая техника, она может быть не так важна, так как сложно ей двигаться где-то по размытому грунту. Но как только схватятся морозы, как только сантиметров 30 подмерзнет почвы, танки могут себя показать довольно-таки с хорошей стороны. И причем не только в наступлении, пока у нас таких стратегических прорывов нигде не предвидится, но и в обороне. В режиме огневой поддержки пехоты и передовых частей они очень хорошо себя показывают, потому даже одному танку будем рады на линии боевого соприкосновения. Пане Романе, і Інститут вивчення війни каже наступне, що Путін ескалує ситуацію навколо країн Балтії, аби продемонструвати неготовність і слабкість Північно-Атлантичного альянсу. Это уже видно. Полиция Финляндии сейчас уже заявляет о том, что часть российских так называемых беженцев – это
кроты российской ФСБ и прекрасно это понимая, принимает определенные меры. Так это вот Финляндия и Эстония, вот эти две страны, которые в ближайшее время будут продолжать подвергаться такой гибридной атаке. Россияне так и начинают. Зеленых человечков засылают сначала беженцев, а у этих беженцев под овечьей шкурой, естественно, фейс волка российского или там медведя, как угодно, или барана, скорее всего, все-таки. То есть прекрасно это понимают финские, эстонские полицейские службы безопасности, фильтруют, возвращают и, скорее всего, сейчас будут пакетировать и возвращать обратно. В смысле, не в пакетах, как у нас под Авдеевкой возвращаем россиян, а пакетировать именно в какие-то лагеря, и из этих лагерей будет депортация, потому что по-другому с россиянами нельзя. Их лучше вообще перекрыть кордоны, вообще их не принимать. Что им на Запад переться? Если хотят выехать в прогрессивную страну, вон в Монголию, прогрессивная страна, і на востокі, і подальше від Європи. Якщо говорити про Давос і форум, зараз там перебуває наш лідер держави Володимир Зеленський. Він зустрівся з Столтенбергом, подякував союзникам за допомогу, але також і дорікнув їм, сказавши наступне, що ми постійно чуємо, що не треба допускати ескалації. І це забрало дуже багато часу. І через це ми втратили дуже багато наших досвідчених бійців, які воюють з 2014 року. Личні зустрічі в дипломатії, в воєнному ділі, вони дуже важливі, іменно лічні. Глаза в глаза, можна поговорити о многом на полутонах, іноді на определенних моментах личної зустрічі можна дуже багато рішити, або, по крайній мірі, почувствувати партнера и показать свое отношение к одним или другим вещам. Потому вот эти встречи, вот эти контакты высшего военного руководства, а президент – это верховный главнокомандующий, они очень важны, особенно с людьми, которые отвечают за безопасность Европы и того же НАТО, то есть с помощью НАТО. Есть положительные моменты, после таких контактов идет такая генерация определенной риторики, генерация риторики в дальнейших переговорных каких-то группах, либо при принятии решений. И эту генерацию лучше запускать, конечно, в личном контакте, что сейчас и показывают наши делегации. Пане Романе, і окрім цього, згадаємо 17 січня мають бути зустріч вищих чинів в Брюсселі. Залужний проговорив в телефонному режимі, але не відвідає цю зустріч. Ну, от це плохо. Діло в тому, що, скоріше всього, не пустили такі сильно завідуючі товариші популярності Залужного. Ну, тут другий момент. Це воєнний контакт. Воєнні контакти теж краще проводити глаза в глаза. В личных встречах. При этих контактах развиваются такие уже горизонтальные связи, которые потом обрастают серьезной помощью. И не допуск нашего генералитета к совещаниям таких же генералов натовских – это удар по нашей безопасности. Здесь надо уже контрразведкой начинать работать. Что происходит? Что значит наши генералы не могут контактировать с генералами натовскими? Важно, это очень важно. И какая-то видеоконференция или телефонные звонки, особенно если рядом еще посадят какого-нибудь надсмотрщика от Министерства обороны, от Умерова, то тогда вопрос возникает, что происходит вообще у нас при принятии решений такого уровня. Наоборот, личные контакты важны. Президент должен там жить за границей через день, контактируя со всеми лидерами. Наши дипломаты должны там, ну я не знаю, упиться, наверное, вином с дипломатами стран-союзников для того, чтобы решать вопросы дипломатические в том числе. А военные должны выполнять такие же самые действия с военными. То есть каждый на своем уровне, на личных контактах. Иногда на личных контактах больше решается,
чем на официальных. И иногда, и да, практически всегда официальные некоторые моменты, они как раз очень сильно зависят от таких личных качеств, которые могут проявиться только в личном контакте. По телефону, этим рядом сидящим каким-нибудь надсмотрщиком этого просто не получится. И здесь есть вопрос, но это лучше вопрос, конечно, задать генералу Залужному, то есть что происходит, он намного проще это или понятнее, по крайней мере, объяснить. Но нехорошая тенденция, а тем более в начале года. Пане Романе, і про Європейський Союз, і про таких, як Орбан, Фіцо та інших. Євродепутат від Словаччини, цитую його, сказав наступне, що в одну миті слов'яни об'єднаються і зрівняють Західну Європу з землею. А Фіцо сказав, що 50 мільярдів євро, які от мають голосувати для України, не варто передавати. Чому? Тому що це приведе до нових жертв, а Росія далі збереже контроль над Донбасом та Кримом. Ну да, слов'яни – це Кужугєтовичі, ну і так далі. Тобто це ж всі слов'яни для Фіцо. Тому там до слов'ян, як нам до пап римських. Если всех их брать из-за Урала. А вот вопрос то, что ставят палки в колеса, да, ставят однозначно, мы это знаем и примерно понимаем, почему это как раз та гибридная война, которую ведет Россия уже в центре Европы. Они на Балканы пробираются, не просто так, и та же Венгрия, и та же Словакия, это и дальше, если посмотреть на Балканы, там несколько стран, в которых чуть ли не половина русскоговорящих уже. То есть они пробираются в Европу, базируются, ну а дальше начинают влиять на политическую жизнь. И вот после этого говорящие головы Путина либо напрямую как-то заангажированы, либо уже через вот этих русскоговорящих или, по крайней мере, проникших туда, в Европу, типа беженцев, вот уже финская полиция говорили мы об этом, какие это беженцы, они влияют через политическую составляющую, в том числе и на риторику политиков. А здесь, естественно, дальше идут действия. Но сейчас поднимается вопрос о том, чтобы лишить права голоса, и Венгрию уже вопрос этот решается, но, скорее всего, договориться Фицо лишат голоса и Словакии. А лишение права голоса, оно там тянет за собой еще определенные такие финансовые проблемы для этих двух стран. Не получат очередной транш европейской, сами не получат европейской помощи себе, не помощи, а финансирования, рефинансирования определенного. Ну и дальше будут молиться дальше на славян Кужугетовичей. Если нужно будет, то можно, так сказать, обратно пропустить, особенно венгров, в Ханты-Мансийск, мы уже неоднократно говорили, 1000 лет назад прошли с востока на запад мимо Киева, можем пропустить их обратно с запада на восток, то есть туда что-то себе там подморозить. Там их единоверцы, так сказать, ждут, или, по крайней мере, генетические братья. Пане Романе, і згадаємо про ліквідацію А-50-го. Самі ж російські ЗМІ кажуть наступне, що на борту могло бути від 11 до 12 високих офіцерських чинів. Генерали-лейтенанти ми вас згадали, ну і іншого роду офіцерів. Загалом, чи справді таке може бути і наскільки це серйозна втрата? Экипаж, подготовленный экипаж такого рода самолета, это довольно-таки серьезная потеря. Дело в том, что, ну, во-первых, каждый офицер готовится не один год, а экипаж слетывается, выполняет задачу, и тем более на определенном участке фронта, они же привязываются к таким же контактам на земле и в воздухе. То есть это довольно-таки серьезная потеря. Где-то около 1,5-2 десятка россиян они потеряли. В двух самолетах это точно, и это такие высокопрофессионалы, это реальные профессионалы, которых россияне быстро не заменят. То есть быстро заменить не получится. Недели полторы-две новый экипаж будет только привыкать к новому полю боя, то есть к новым реалиям. Это только экипаж, не говоря о том, что экипаж практически восстановить в такое короткое время невозможно. Это года надо для выполнения этих задач. Потому удар был довольно-таки весомый по российской системе управления, как минимум, воздушным движением.
Пане Романе, на завершення також Столтенберг на зустрічі Зеленського сказав наступне, що потрібно зробити усе, аби змінімізувати бажання Путіна далі вести війну. Чи я правильно розумію, що це непрямий такий заклик, що Альянс далі буде підтримувати і допомагати Україні? Если с этой точки зрения смотреть, то это практически призыв поддерживать Украину до полного развала России. Дело в том, что Путин не сможет в одном случае вести войну, только когда развалится Российская империя. В любом другом случае они будут воевать, потому что это для россиян это не сильно накладно. Довольно-таки большая страна с населением больше 100 миллионов, две трети которого поддерживают геноцид украинской нации, развал и уничтожение украинского государства. Ну, естественно, экономика, которая, в принципе, на щах и лаптях, она может вытоптать некоторые моменты. Поэтому только полный развал Российской империи приведет к тому, что Путин не сможет вести боевые действия, потому раз так Столтенберг говорит, это можно уже сказать, что это такой скрытый намек как раз на такие действия. То есть они уже готовы, Европа прекрасно понимает, что без развала Российской империи безопасности в Европе не будет. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 17 січня, середа. Обов'язково підписуємось, коментуємо і ставимо лайки. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.